В Самаре открылась всероссийская книжная выставка «Университет. Наука. Город». В пятый раз в областной библиотеке собрались те, кто напрямую связан с книжным бизнесом. Писатели, издатели, студенты, педагоги. Впрочем, интерес к экспозиции проявили не только профессиональные читатели. О книжном дефиците и литературной моде Татьяна Пудова. Такого не увидеть ни в библиотеках, ни в книжных магазинах. За ними гоняются студенты и преподаватели. И именно они следующие полгода будут определять погоду на отечественном рынке учебной литературы. Очень люблю культуру разных стран. И в Самаре достаточно сложно найти литературу на другом языке. Рай для книголюбов. Всероссийская выставка «Университет. Наука. Город». Здесь можно не только полистать страницы, но и встретить авторов популярных сочинений. Таких, например, как Александр Завальный. Написал более 30 книг и сборников. Рассказывает, первое, что прочитал в детстве, был не букварь, а трехтомный энциклопедический словарь. До сих пор помню все несколько сотен иллюстраций, которые были включены тогда в этот сборник. А потом был помешан на книге. За книги отдавал все. Какие там интересные вещи у меня были. Мальчишки всегда меняются. Марки, какие старые монеты, значки. Вот все знали, что дай мне книгу, я отдам за нее все. Большой стенд заняли гости из Тольятти. Они привезли на выставку около 200 книг. Учебники и пособия, отвечающие последним требованиям современного образования. Университетская литература, она и отличается повышенной мобильностью, что ли, потому что она постоянно изменяется. Автор находится в практической работе со студентом. Кроме того, что он выпускает книгу, он еще по ней в том числе и работает. Вместе с книгами в обычном бумажном исполнении представили и гаджеты, книги электронные, которые могут заменить портфель учебников. Все эти цифровые новинки, с которыми очень просто и легко получать новые знания, тоже представлены сегодня на выставке. Ну и замечательная экспозиция, историческая цепочка учебников истории России. Знаковыми событиями выставки «Университет. Наука. Город» будут круглые столы и дискуссии. И всего 3 дня на знакомство с книжным дефицитом. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, «Новости губернии».